Выбросил из окна товарища, с которым пил. В преступлении подозревают 34-летнего жителя Кишинева. Произошел инцидент накануне в секторе «Центр». По данным полиции, мужчины выпивали дома у одного из них. Затем между хозяином и его гостем возникла ссора, переросшая в драку. В итоге подозреваемый вытолкал товарища в окно. Тот упал с высоты 5-го этажа. Дочка гуляла с собачкой. И вот в конце этого дома, с торца, что-то люди собрались, она говорит, мама, я не поняла, говорит, или кто-то упал, или кто-то, что-то произошло. Пострадавшего доставили в институт скорой помощи, однако травмы оказались смертельными. Открыто уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа.